Всем привет. Да, спасибо, что за меня говоришь, потому что я не могу. Хотела просто показать. Вообще первый раз в жизни у меня такое. Просто смотрите. Ират, выключи пока, я тут разговариваю, ты не видишь. В общем, как вот свет попадает. Вот, у меня весь лоб вообще просто опух. И то это сейчас было больше. Это Берол сейчас держал лед здесь. Посмотрите, просто разгладились все морщины. Я вообще плачу, потому что мне капец. Я очень сильно вся сгорела. Особенно у меня вообще вот эта часть очень больно. Я не могу... Я сейчас лежала, я поднялась, чтобы пойти опять в душ. В холодный. Вообще капец, смотрите, друзья. Вот. Берол говорит, как будто ботокс сделала, смеется. Говорит, красиво вообще. Ай, у меня лоб вообще не шевелится. Ну, то есть, я вот, все мышцы шевелятся. Видишь, лоб вообще не шевелится. Короче, отдохнула, называется. Берол меня тут лечил. В общем, что только со мной не делал. Напоследок закинул мне мокрое полотенце на голову. И пошел. И Ради дал задание, чтобы она меня поила холодной водой, полотенце мне меняла, чтобы постоянно... Ой, смотрите, вон видите. В общем, вообще такая жесть. За всю жизнь первый раз такой. А я самое главное, что сижу, не трогая, сижу и думаю, как же я пойду в спортзал. Думаю, в спортзале. Ну, конечно, никак. Я не в состоянии вообще. Мне еще очень раздражает, что я не могу шевелить лбом вообще никак. Меня прям вымораживает это. И я думаю, кто делает ботокс или что-то, как вас... Вот я об этом и говорю, поэтому я ничего не хочу делать, потому что я знаю, что по итогу мне не понравится. Вообще никак не могу шевелить лбом. Вообще ничего не могу делать. Прям раздражает аж, что он такой неподвижный. А здесь я как-то сейчас рукой, что ли, сделала. Ну, там жидкость накопилась. Где-то до 5 дней проходит вот эта катавасия вся. На зарядке стоит, он сел. На зарядке стоит, дочь. Сейчас я тебе дам телефон, с моего позвонишь, потому что я не буду ничего, не хочу. Не смотреть ничего, ладно, да, Джан. Птичьи мамины голову обсябали. Да, вот, смотрите, Джирин тоже вся у нас черненькая. Ну, девочки, ну, все как бы, да, загорели, но только... Папа. Ну, только у меня хуже всех, потому что я такая, ну, как бы, белокожая. Потому что ты... А, и, кстати, сразу скажу, что мазались. Я мазала и лицо, и тело, и нифига не помогло. Вот. Ну, сколько раз, извините меня, мы ездили, мы вообще жили месяц было, да, на море. Что-то, ну, как бы проводили много времени на море, не столько, сколько в этот раз, да. И не было такого. А тут чисто за один день меня вот просто... Все. Никто больше не хочет на море. Ну, кроме Ирады. А? Ты вчера сказала, не хочешь больше. А, хочешь? Ну, Альбина не хочет, я не хочу. Папа. Ну, папа, он, в принципе, нормально. Вот. И мне надолго хватит, я думаю. Это, ну, головной убор, кстати, да, многие спрашивают по поводу головного убора. Да, я согласна, что надо головной убор, но я сколько девочкам не покупала, они постоянно, вот я им одеваю, они кидают и все, бегают без него. Поэтому я заколебалась просто так покупать, выкидывать. Они ходят, ну, есть и у Ирады кепка, и у Альбины там что-то есть. Но они не носят, понимаете, поэтому я не это даже. Вот я взяла Альбине. Альбине одели, она тут же ее выкинула. Вот, не любит. Я тоже не люблю. Я долго не могу в головном уборе. Я даже когда так, на 5 сек одену, все, мне тоже хочется побыстрее снять. Вот. А вообще, да, после этого случая, конечно, я на море не буду больше находиться. Мне просто больно, я поэтому вот не могу нормально облокачиваться. Вообще, как я спала сегодня, вообще пипец. После этого раза я
не буду без головного убора. Я даже купаться буду в головном уборе, я не знаю. Как, правда? В общем, буду что-нибудь себе, не знаю, куплю какую-нибудь шляпу, которая будет на 3 километра закрывать мое лицо. А купаться буду тоже. Какую-нибудь повязку себе делать. А тебе надо только хавус добавить. Да нет, я хавус не люблю. Бассейн. В общем, всем как шикарно. Джирин распускает косы. Вчера, когда с моря приехали, я говорю, давай распускать. По-моему, он говорит, нет, я хочу это, чтобы кудряшки были. И мы прям вот так с косами косы помыли. И вот так вот. И сейчас она распустит. Походит сегодня, по-моему, нормально. Вообще, в принципе, даже... Ой, Эджерин, представляешь, какие кудри у тебя сейчас будут, а? Давай я тебе помогу. Смотрите, какая красота получается. Эджерин вообще обожает, обожает. Всегда просит меня заплетать ей косички, чтобы потом вот получалась вот такая красота. Не, ну есть, конечно, специальные плойки, но зачем портить волосы, когда можно заплести косички. Бирал приготовил ужин. Котлеты на мангале. Очень вкусно. Все вот дружно ужинаем. Всем приятного аппетита. Вкусно? Спасибо. Спасибо. Ну что, мои дорогие. Смотрите, что. Глаз практически не могу открывать. В общем, вот так. Видите, даже одна бровь приподнялась. В общем, то, что я красная, еще полбеды. Лоб вообще не шевелится тоже. Опухший, я лед держу, мажу там, пью от аллергии. В общем, ничего не помогает. Берол весь день. Трудно говорить, вообще фигово себя чувствуем. Берол весь день заставлял меня поехать в больницу. Я ни в какую, потому что мне плохо. Я лежу вообще никого. Я говорю, что не сделают? Ну, сгорело, сгорело. Я говорю, все пройдет. Ну, как бы, я думаю, 2 дня, и все наладится. Так что, в принципе, что? Все, что нужно, делаю. Что еще они могут сделать? Ну, как бы, да. Какие-то препараты от аллергии, мази, все. В общем... Не хотела я ни в какую ехать в больницу. В итоге, вот видите, все сошло на глаз. Ну, сначала немножко, потом вот так вот. Я вообще очень красивая. Мне-то пофигу, в принципе. Я могу спокойно выходить на улицу. Но я просто сейчас очень плохо себя чувствую. Ну, в смысле, я не комплексую. Я могу одеть очки и пойти. Вот когда... Мне просто... немножко, знаете... дискомфорт конкретный. И хочется, чтобы побыстрее это все прошло. Я переживаю, что я в спортзал не могу пойти, потому что в таком состоянии. Понятно, какой спортзал. Вот. И вообще, мы все в недоумении, потому что все находились одинаково временно. Я даже меньше всех находилась на солнце. Я меньше всех плавала, меньше всех находилась на солнце и больше всех пострадала. Я вообще за всю свою жизнь, я не помню, ну, такого вообще ни разу никогда не было. Берол тоже, говорит, первый раз видит. Ну, я сгорала, бывало, конечно, потому что я белокожая, ну и то, чтобы настолько сильно. Не так, не такое частое явление. Ну, я обычно как-то берегу себя, я даже не загораю. Ну, чтобы вы понимали, это большая редкость, чтобы я там лежала под солнцем. Я всегда прячусь, ну и мажу, соответственно, тоже. Ну, видите, ничего не помогло, ни мазь, ничего. Вот такая, в общем, красотка. Так что пока никаких, соответственно, влогов, никаких видео нету. Вот я такое как снимаю, даже просто ужас. Ладно, мои дорогие, всем будьте аккуратны.
Солнце, видите, бывает вот такое жестокое. Хотя погода была облачная, знаете, не так не палило солнце, не было 40 градусов. Но солнце в эти дни, видимо, было жесткое. В общем, берегите себя.